И сколько ж в тебе пуль? 16 вроде бы. Тебе, знаешь, не мешало бы показаться врачу как-нибудь? Знаешь, тебе бы тоже не помешало. А во мне пуль нет. Потому что я тебя прикрывал. Вы, возможно, слышали о побеге. Это были Бонни и Клайд. Губернатор, пора кончать. Они совершили десятки вооруженных ограблений и несколько хладнокровных убийств. Что вы планируете делать с Бонни и Клайдом? Мы поймаем их. Запишите это и подчеркните дважды. Только один человек сможет их поймать. Я вернусь. Найдется местечко для одного. Да ты даже не собран. Была не была, садись. Сейчас 34-й год. Гангстеры, пулеметы. И ты хочешь послать ковбоев против Бонни и Клайда? Техасских рейнджеров. Объявлена чрезвычайная ситуация. Полиция сообщает лишь то, что Бонни и Клайд могут снова нанести удар. Forgive me, Father, for I have seen. Это тщательно спланированная операция. So much pain and suffering. Блокпосты, авианаблюдение. Твое время прошло, ковбой. Черт, к чему катится мир? Раньше печатали за талант, теперь можно просто убивать людей. Она перевернула его, чтобы он видел, что его ждет. Привет, милый. Это зашло слишком далеко. Мы их поймаем. Прекрасная идея. А вы кто такие? Полагаю, плохие парни. Слушай меня внимательно, дядя. Здесь Клайд король. Клайд, может, и король, но я техасский рейнджер. No, it didn't see me.